Альберт Ярулин, шедевральная передача Владимира Ткачева. Вы не просто носите рояль, подтаскиваете, вы его еще и настраиваете? Да не было настраиваться. Он мастер, как бы. Ему главное поднести, а там он дальше настроит и сыграет. Ну, поднос был сумасшедший просто. Повезло, что так отскочил. Вообще, ожидали, что так сложится именно игра? Ну, мы настраивались на победу, как всегда, иначе. Интересная игра, всегда интересно мне играть. Мастера там приличные. Но мастера сегодня у них не сыграли. Где-то мы нейтрализовали их. Так что. Молодчики, с победой. Спасибо. Становится доброй традицией поздравлять Никиту Яськова с заброшенной шайбой. Ну, с очередной победой. Спасибо большое. Как чувствуешь себя в этой команде? Судя по всему, вполне уверен. Ну да, уверенность с каждой игрой все больше прибавляется. Партнеры помогают, поддерживают. Друг за друга играем, выигрываем. Забросить магнитки, наверное, все-таки это какой-то отдельный эпизод жизни. Ну да, убежал, бросил, забил. То, что там Кошечкин ничего не смущало? Да нет, я ему забивал уже. Клиент? Да. Победный эфир. Спасибо большое. Так продолжать. Хорошо, буду стараться. О, хорошее нападение, отличная защита. Все, сегодня все круто. Ну, когда все слаженно играем, каждый выполняет свои роли. Супер результат. Заброшенные шайбы могли быть и в вашем исполнении? Чуть-чуть не повезло, конечно. Один шансик был у меня в меньшинстве. Но ладно, все еще впереди. Новая клюшка, может? Да нет, просто, так скажем, такое легкое невезение. Оставим на сложные игры когда-нибудь. Николай, с магниткой не очень сложно? Да нет, ну, у нас посложнее матчи были, например, с Питером, поэтому... Все еще впереди, еще весь сезон впереди, еще плей-офф впереди. Голы придут и все придет. Самое главное, чтобы наша команда радовала болельщиков. Победы!